В Дагестан привезли 600 тысяч вакцин от гриппа. Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей пройти вакцинацию. По их словам, над республикой нависла угроза массовых заболеваний. Что говорят специалисты и где можно обезопасить себя, в сюжете Гамзата Нурмагомедова. Сотрудники ведомства на личном примере популяризируют прививку. По их словам, это наиболее действенный метод формирования иммунной защиты организма человека. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпидсезоне в Российской Федерации будут доминировать вирус штамма вируса гриппа А, H1N1, так называемого свиного гриппа, и прежние варианты H3N2 и грипп Б. Как раз эти штаммы включены в состав новой вакцины. Иммунизация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Самый благоприятный период для вакцинации против гриппа – это сентябрь-октябрь. Вакцина против гриппа, она очень эффективная, безвредная и без применения консервантов. Суммарное число переболевших гриппом и ОРВИ с начала эпидемического подъема заболеваемости составило около 60 тысяч человек, из которых всего 20 случаев гриппа зарегистрировано среди привитых лиц, что свидетельствует об эффективности иммунизации. Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках по месту жительства абсолютно бесплатно. Гамзат Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.